Давай поиграем, Аллох, дорогие друзья, меня зовут Павел Солнов, это игра «Звездные войны. Джедай. Павший Орден. Путь на Датамир» нам предстоит, но я решил все-таки посвятить ближайшие пару полетов изучению мест, где мы можем, ну, метроидвания, ты понимаешь, короче, где мы можем что-то еще найти, открыть. Но я, в прошлый раз мы остановились на Кашихе, я сейчас пробежался за кадром до штурмовика, и, собственно, я открыл 16-го штурмовика, как оказалось, это командир штурмовиков охотников. Это парень с винтовкой, мы его уже несколько раз побеждали, но он постоянно улетал за карту, потому что... И мы не могли его отсканить, потому что он улетал и не было доступа к нему. Я, конечно, расстроился за тех наемников синдиката, что мы их не смогли отсканить, крутых ребят. Ну, блин, ну что сделать, блин, жалко, ладно. Командир штурмовиков охотников опасен на дальнем расстоянии. Постарайтесь быстро сократить дистанцию, избегайте шоковых гранат или используйте их против ближайших штурмовиков. Штурмовики-охотники — агенты Инквизитория, которым Империя поручила истребление уцелевших предателей из Ордена Джедаев. Они предпочитают действовать в тени, поддерживая операции Инквизиторов по всей галактике. Полный перечень их полномочий — загадка даже для высокопоставленных имперских офицеров. Эти бойцы особого назначения владеют широчайшим спектром вооружений и тактических приемов, но их излюбленная экипировка — бластеры и шоковые гранаты. Мне очень интересно, зачем надо было вводить вот этих охотников, если можно было... Охотники, командир штурмовиков охотник. Если были просто темные, были эти темные штурмовики, как их называли, как-то такие накачанные высокие парни, еще и этих темных штурмовиков ввели в изгой один, блин, ну ладно, можно было этих же взять. Тут, кстати, куча инфы была в манке данных Кашик. Да, я нашел еще вуки, который был отравлен парами. Имперская оккупация. Отравлены вуки. Этот вуки умер от интоксикации, одного из многих побочных эффектов химической переработки. Империя постепенно уничтожает все, что есть на этой планете. Просто отравленный вуки лежал, я как бы случайно его увидел там внизу, пока бегал за штурмовиком. Так, у нас есть инфа о персонажах. Девятая сестра. Гибель девятой сестры. Вопрос. Девятая сестра настигла Кайло на вершине первого древа на Кашике. Там она поведала ему жуткую историю о себе, бывшем джедае, которого пытками и истязаниями превратили в жестокого инквизитора. Кайло держит победу в яростной схватке, но погибла ли девятая сестра на самом деле? То есть я рад, что он понимает, что она могла выжить. Скорее всего, что-то будет. Возможно, там будет роботизированная сестра. Еще ей руку пришьют там. Честно, кордовы. Так, Датамир, архив 1. Открытие Датамира. Мой друг, я обнаружил, что Зефа интересовались Датамиром. Странно. Так, а ну подожди, мы это читали. А, вот Астриум. Мой друг, я нашел на вершине первого древа Кашика Астриум. Это реликвия, ключ к хранилищу Набогана. Темная сторона мешала найти его на Датамире, но сила открыла новый путь. Ну да, нам предстоит идти через темное. Через темную сущность, блин, на этом. На Датамире. Падение темной сестры. Хорошо. Пока все. Мы летим. Я хотел бы еще побегать по Кашику, потому что здесь как минимум еще две эссенции есть. Где-то мы пропустили, хотя не знаю где. Но мы точно были во всех местах Кашика. Надо будет изучать. Давай глянем сейчас на карте. Помнишь тот огромный корабль на Зефу? Вот, да, я помню. Да, я не помню, что там может найтись интересное, потому что мы там тоже почти все изучили. Он пишет, что нету двух тайников, не найдено два тайника, не найдено четыре ящика. Где, я пока не знаю, но мы обязательно это выясним чуть попозже. Давай вот с Богана закончим, потому что Богана, в принципе, маленькая планетка, потом, ну, Зефа, и, собственно, вылетим на Датамир. Я не хочу смотреть, давай полетели. Назад. Полетели. Похоже, мы заставили Империю нервничать. Они усиливают меры безопасности на Зефа и Кашиике. Тебя ничто не остановит. Ты же профессионал, верно? А где ты научилась подключаться к имперской сети? Базовый компьютерный протокол в Академии джедаев искал чувствительных к силе по всей галактике. Старые республиканские сети и независимые системы были менее защищенными. Теперь все контролирует имперская сеть. Нет ничего, чтобы ты не могла взломать, верно? В том, что касается наших нужд, да. Но это непросто. Когда я сбежала с допроса, прихватила с собой коды доступа. Они регулярно их меняют, но благодаря мастерству и везению я могу предугадывать развитие событий. Впечатляет? Главное — заметать следы, чтобы они не знали, что их подслушивают. Ладно. Присядь, парень, пора приземляться. Там еще Гризи рассказал, пока были на Кашике, что он тут, наверное, особо радуется бытовым победам, типа готовки еды и содержанию богомола. Ну, типа, что он, конечно, что-то годится и полезен, и у него есть своя борьба
и свои победы. Ладно, наконец-то мы можем перепрыгнуть на те два островка, как минимум, и залезть полянам. Я помню эти места. Вроде бы на Боган это все, что... Может, конечно, еще где-то, ну ладно, посмотрим. Так, ну сейчас опять побазарить надо с ребятами. Где вот тут? Давай. Не сейчас, у меня дела. Ой, слушай, как я рад этому. Как я рад этому, что у тебя дела. И у тебя тоже дела, мне да? Нужно побыть одной дел. Все, все прекрасно. У них нет новых диалогов, чудесно. Вот, а Церы сказала, что там на Кашике, что у нас борьба продолжается. Все чики-брики, мы победим. Надо не сдаваться. А я могу с двойным прыжком? Да, шикарно. Бам. Ой, там внизу, кстати, этот... А он же уйдет, кстати, этот жаба больше. А, мы ее победили, и все, и она не появляется. Ну ладно, тогда эти наемники тоже не появятся. Хнык-хнык. Хотя, подожди, они же нас победили. Они нас победили один раз. Тогда почему нам не дали инфу о них? Это же так работает обычно. Раз, два, и мы тут. Шикарно. Не хочешь проверить? Посмотрим, что ты нашел. Мир справедливость 2. Новая муфта. Ё-мо, это что за... Что за раскрашенный парень? Там зелененький. Так, хорошо. Чуть у нас тут Боглика захавали, вот гады, а. Это Боглик. Поблизости должно быть гнездо. Мертвый Боглик. Мертвый Боглик, убитый одним из хищников расколотой равнины. Скорее всего, он возвращался в свое гнездо. Гады. Гады. Так, а это один и тот же мост. А где второй мост, я не помню. Ну вот это, он сюда же ведет. Нам... Вон туда, да? Подожди, вон... А, вон ящик. Ну да, 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 вон тут ящик. Это несложно. Я знал, что ты туда рванешь. Туда вниз можно? Подожди. Что это, беди? Опачки, опачки, опачки. Не ранее. Новый материал. Подожди. Сотри. А туда можно. Попробуем. Или надо... Или подожди, может просто спрыгнуть? Я не помню, были мы здесь или нет. Блин, да как так-то? Так, что-то ребята дерзкие. Ну не там поцелься, блин. Ну, двойной меч было брать, ну ладно. Слушай, по-моему, у нас здесь не было. Куча разноцветных ребят. Я постоянно нажимаю прицеливание, он... Так, хорошо. Мне нужна помощь. Я вообще это место не помню. Ну, типа, с двойным прыжком можно залезть туда. Мне туда не надо. Ну, как уже не надо. Окей. Так. Не хочешь отсканить чувачка, не? Или мы тут были? Подожди. Не помню. Ку... Ну, слишком много этих ящериц. Так. Тут по... Не, что-то не помню. Так. Спуск, скат. Не, подожди. Не были. Ну да. Так, а что паркур нам даст? О, слушай, новое место, а ведь раньше не замечал вообще. Очень странный паркур. Куда он нас... Он нас ведет как раз к этому ящику, что ли? А смысл, блин, к этому ящику-то? Смотри, в этот ящик можно тремя способами залезть. Зачем? Чего нам это надо? Ладно. Так, ну все, осталось, короче, на Богана вроде бы, на, ну по моей памяти, по-любому, конечно, мы не все нашли, нам нужно этот, там где большая стена со съездом, ну короче, сейчас быстренько я туда добегу, где паркур я пытался сделать, у меня не получалось, из вас вообще уже ничего не дает, вон там, да, где дракончик, он... Ух ты, блин,
рептилия, блин. Ну, не рептилия, он инсектоид, ладно. Отстань. Отстань. Вот, вниз он туда, короче, надо как-то быстро спуститься. Кстати, я же хотел в этот, в сам... Я же хотел вот в это убежище отшельника залезть еще. Там, по-моему, тоже что-то есть. Так, теперь могу наверх залезть. Но, в принципе, а мне и не надо. Я могу вот так. Я спрыгивал, да, сверху, я помню. Раз, два. Там мы тоже были. Вот. Ну, можно было, конечно, от богомола идти, ну, ладно. Не особо важно. Так, да, и вот сюда. Пам. Шикарно. Че, а дракона уже нет, слушай, а че? Или мне кажется? Его нету, слушай, а что бы это значило? Или может он там просто этот... Анимация у него... Да-да-да, у него там анимация заканчивается, он залазит сюда, когда мы заходим, у него включается триггер. Так, я зря, наверное, здесь бегу. Сейчас. Короче. Ну, блин, это вообще другое дело. А, так мы сейчас это... Мы просто наверх добежали. Ха! Да, даже не надо обратно было прыгать. Тут был Кордова. Он был подавлен вечной войной. Он был убежден, что джедаи заблуждаются, и что его миссия тут гораздо важнее. Изолированное убежище. Часть снаряжения Кордова. Его беспокоило участие джедаев в этой, казалось бы, вечной войне. И он понимал, что его работа здесь была важнее. Ну, на самом деле спорный момент, потому что джедаи хотели мира, они пытались его добиться как могли. Ну вот, нам теперь бежать надо туда. Бля, слишком высоко надо спустить. А я не могу просто раскачаться и долететь. Ладно, не будем рисковать. Я боялся, что он... Ё-моё. Что, мы прям сейчас можем это... У нас не съест? Здорово. Прикольно. Так. Там эссенция. Я помню, там эссенция. Ее с той стороны видно. Да, вон она. Сейчас я просто расшатаюсь, да, раскачаюсь, чтобы долететь и не упасть. Ага. А почему? А что я сделал не так? А, мне надо было на стену, что ли, разбить? Что-то я не понял, почему я упал. О, блин, ладно. Что-то я там же три каната, не? Или я что-то... Раз. Раз, два. А, мне надо было на стену бежать. Ладно, давай на стену. Кажется, как будто место, знаешь, случайно создано. Нет. Ну, блин, да что ты делаешь, друг? Блин. Так, хорошо, я собрался. Собрался. Мне эссенция нужна, мне сила, как бы это очень бы сейчас неплохо было. Давай, давай. Хорошо. Зафиксировались. Хорошо. Так, ну вот, подожди, как нам туда попасть? Вот мы раскачиваемся. Я могу... Давай повиснем пока. Ну, подожди. Я только вот эту стену вижу интерактивно. То есть я могу разогнаться, но я если по ней... Как мне, насколько... Ну, попробуем, конечно, но это как-то очень странно. А мне хватит, блин, разбега-то? Фу, блин, ну это, конечно, да, это в притирочку. Окей, ребята, молодцы, придумали. Кордова был здесь. Один. Скучал по Падавану. Падаван Кордова. Кордова почувствовал себя изолированным и одиноким. Он с теплом вспоминал своего Падавана и их совместное путешествие. Ну,
Его подаван это как раз сэра. Так. Слушай, ну все, что я знаю. Хотя мне пишут, что где-то еще есть Кордова. Один Кордова где-то есть. Я даже не представляю, где. Тут, кстати, не очень большая локация. Давай так пройдемся быстро. Кружок, я такой думаю, минут 5 он займет. Мы залезли наверх. Можно, в принципе, спрыгнуть вниз. Жампой не хочу драться. Так, там мы все собрали. Там мы перепрыгнули, залезли. Там был могильник, мы его нашли. Мы его потрогали. Все чудесно, причудесно. Можно наверх проехаться. Кстати, да, или... Ну ладно, давай на лифте. Есть, кстати, мысль все-таки, да, зайти в дом отшельника. Я не помню, мы же там просто один раз были. Может, там есть что-то, что мы тогда не смогли с первого раза открыть. Ну, тот, где труба куда уходит. И что я отсюда сделаю? Как мне отсюда? Где он долгий, блин? Я вообще нажал кнопку... Да ладно. Да я нажал блок, алло! Просто две тычки с ничего. Я нажал удар, он не попал. Я нажал блок, он не заблочил. Потрясающе, блин. Ну, залази, алло. Он не залазит. Алло, залезь туда уже. Да, почему разбег не работает? Алло, он что, шифт забыл, как делается? Алло, дядя. Спасибо, у меня пол хп просто как... Да ё-моё, тебя сейчас этот хер заберет. Алло, успокойся, дядя. Да, чудесно. Так, это... Ну, это как раз туда, куда надо. Ну, подожди, может, тут по сторонам посмотреть. Ну, внизу я там все собрал. Там мы были, везде были. В домики мы заходили. Вроде в домики заходили. Там у них нельзя зайти, в один можно. Внизу тоже гуляли. Здесь летали, здесь ходили. Здесь мы гуляли. Блин, не знаю, где еще могут быть тайнички. Где-то даже, по-моему, эссенция будет одна. Или, хотя нет, мы эссенцию уже последнюю забрали. Осталось только этот. Где-то прям с кордовый артефакт связанный. Давай быстренько еще на храм поднимемся. А вон, слушай, что-то осмотреть. Цере, ты видела что-то похожее на хранилище? Оно напоминает древние храмы джедаев. Странно, как две цивилизации без контакта могли создать похожие монументы силе. Странно? Может быть. Хотя сила объединяет всех нас. Ну, здесь мы точно тут находили мы все, что есть. Так, а внутрь мы зайти можем? Там храм бы, да? Подожди, с этой стороны. А не могу говорить, он пролазит куда-то. Он насквозь пролез. А как мы там попали в этот? Как это работает? Как это работает? А. Понятно, окей. А, ну следовательно, скорее всего, в самом хранилище будет этот кордово, что попадал. Скорее всего, там и будет его тайник. Ну, не тайник, а его последний артефакт, короче. Окей. Слушай, ну это максимальный эксплоринг. То есть я все, что можно, обошел. Я сейчас еще раз загляну на обратном пути сейчас в этот в хранилище отшельника и в те дома наверху. И, в принципе, все. Я могу сказать, что планета изучена на 100%. Почему блок? Я не знаю, что-то он что-то перестал отзываться на мои команды. О. Ну, запинал ее, она запинала меня. Вот и познакомились. Бегу. Прикольная мелодия. Так, ладно, хотел по-быстрому пропрыгнуть дальше, но не... А, вот, что за дверь? А, это этот... заброшенная мастерская. Она закрыта, что ли? Давай, подожди. Фух, слушай, а что закрыто? А, не, открыто.
Тут дофига пауков. Ну, мы там были. Так, буглики побежали, молодцы. Это наверх нам не надо. Мы внизу уже ходили. Так, вот, вот это путь как раз в этот, в дом. Сейчас мы быстро... А как раз, по-моему, выход из дома наверху как раз ведет к этому, к этим... хижина. Ух, смотри, какой там парень стоит. А вот это сюрприз. Вот это я называю отлично. Негодный протокол. Хорошо. Заморозка. Удар. Это было хорошо. Не хватает силы. Все нормально пока? Да, ё-моё. Ты за это заплатишь. Сейчас начнётся. Ну вот, видишь, блядь. Нету, нету. Нужна помощь. Ты недомерок. Изворотливый. Не, не, два удара я ему просто не сделал физически. Негодный протокол побежден. Очень неожиданно, конечно. А мы что-то не сканили, что ли? Богрот из Плоксов. Флора... Богроты невероятно агрессивные территориальные животные, которые сформировали мутуалистические отношения со Сплоксами. Сплоксы тревожат гнезда богликов, вынуждая тех выбраться на поверхность, где их убивают и съедают богроты. Когда взрослые особи богликов уже не представляют угрозу, Сплоксы проникают в их гнезда и пожирают яйца. Окей. Это Богана. Что на Богана? 4-5. Исследователь, я говорю. Скорее всего, существо. Бинок. Бля, по биноку мы тоже не нашли. Ладно. Может, тут что еще есть? Подожди. Здесь какой-то апгрейд был, я помню. Тут... тут у нас только... Да блин, мы что тут были, алло, почему сейчас появились какие-то исследования? Мой друг, исследование сферы принесло плоды. Мой друг, исследование сферы принесло плоды. Я нашел похожие реликвии по всему Богану, в том числе несколько с глифами. После долгого изучения понял принцип и начал переводить. Среди глифов я нашел слова «мудрец», «хранилище» и «гробница». Это не все. Тут что-то похоже на координаты системы Зефа. Возможно, та же древняя цивилизация, что процветала там. А это мы где в архивах нашли? Что за архивы? Шестая Кордова. Архив открытия. Миктрул мы тоже исследовали. Датамир. Архив 6 видения, прощание. Блин, сколько тут всего. Что-то голова что-то не успевает. Персонализировать меч. Все это запоминать. Я к тому, что мы-то здесь ходили. Видишь, у нас даже тут короткий путь есть. Но здесь почему-то появилась куча новых мест. Вон опять что-то осмотреть. Эй, Цере, что ты любишь вспоминать о Кордове? Голошахматы. Кордова всегда был так занят, что пришлось самой себя обучать. Но на голошахматы время находилось. Кто побеждал? Да по-разному. Наши подходы сильно отличались. Это свет включить. Уже празднуешь победу, и вдруг... Вы многому научили друг друга? В каком-то смысле, да. Опачки, опачки. Я бы сказал, что это невероятная находка, но... Хорошо, беди. Что это? Переключатель святого меча Энна Кордова. Слушай, смотри, прям его переключатель нашли. Так, свет почему-то здесь теперь как-то не очень стал работать. Вроде есть, а вроде и нету. Как тут у меня наверх забирался? Как-то я тут по лианам опять. Нет, в принципе, в спальне должно быть это темно, почему бы и нет. Так, там что, меня опять кто-то ждет или нет? Было видение, как когда-то у Зеффа.
Мой друг, при входе в хранилище у меня были видения, как когда-то у Зефа. Я видел, как пали джедаи, как несокрушимая мощь темной стороны заполонила галактику. Медлить нельзя, я должен сообщить совету. Мы видения все изучили. Прикольно, мы какие-то раскрываем подробности и истории, неизвестно о чем, неизвестно где. А, ну вот это, в эту хотел я зайти штуку, она тут роль вентиляции исполняет. Еще провода почему-то кто-то восстановил. Странно. Спасибо Беди, что мне не приходится обходить вручную все места, что он бежит туда, где надо исследовать. И сразу рассказывает все как есть. Вот, и что я хотел? И наверху я хотел посмотреть еще раз внимательно. И в принципе, опять же повторюсь, мест я больше не знаю. Но это просто вентилятор, вентиляции. Это вентилирует центральный зал, то вентилирует над спальней. Давай без этих, да. В них зайти нельзя. В тот можно было зайти, здесь нельзя. Ну, туда мы, собственно, уже пропрыгали. Я думал, что мы найдем какой-нибудь артефакт Кордовы, чтобы он закрыл ячеечку нам. Но нет. Ну ладно, все, пока. Вроде все. Куда я прыгнул? Куда я прыгнул? Куда я прыгнул? Все, летим на Зефа. Летим на Зефа в сторону... Как нам уже Грис три раза говорил насчет этого корабля затонувшего, где мы можем что-то найти. Я пытаюсь вспомнить, я кроме на дне озера перед кораблем больше... Давай сейчас все зайдем еще. Кроме на дне озера перед кораблем ящика, я больше вообще в корабле ничего не помню. Потому что корабль там сразу же ведет к раскопкам. А, давай, да, дай подсказку. Я не знаю, что тут можно еще порешать. Мы Steam достали уже, да. А ну, да, давай. Тут нужно бы подогнать точнее. Ладно. Головоломка-то решена, зачем нам давать подсказки? Так, полетели на Зефа. Не сейчас, Кэл. Блять, обожаю эти диалоги. На Зефа. Ну, наконец-то, пора сваливать. Ой, да ладно. О, подожди, исследовано. О, так на 100 исследовано. Тут прям галочка стоит, смотри. А, не, подожди, я исследовал, в смысле исследовано. Мне написано, что еще 3 ящика. Это типа тайники исследованы, что ли? Непонятно, непонятно, непонятно. Тут еще аж, тут еще много ящиков. Пошли. Подожди, а это красная, а это цель. Нет. Возвращаемся на Зефо. Блин, на Зефа надо прям большой круг делать по всему пройденному пути. Красный корабль продолжает усложнять мне жизнь. Уверен, Беди один будет не против помочь тебе с ремонтом. Что? Нет, 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 не надо мне тут ничего чинить. Держи свои щупы подальше от моего корабля. Знаете, сколько сил я вложил в этот корабль? Вы все должны быть счастливы, что вообще попали на борт. Это элитный звездный лайнер. Не слушай их. Я все равно люблю тебя. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Полный круг по Зефа надо сделать, чтобы все открыть. Потому что я уже не помню мест, где мы не могли пройти. То есть последнее, что я помню, это был двойной прыжок. Мы его, собственно, открыли уже. И просто других закрытых мест нету. То есть мы теперь вроде бы можем попасть во все места. В принципе. В принципе. Надеюсь, нам на сойти и идти не встречает сразу. О, кстати, там же в ангаре этот охранник ходит. Дроид-охранник. Аппетитно, но есть нельзя. У меня сосет под ложечкой, понимаешь? И я не знаю, что происходит. Я готовлю отличную пищу, я у себя на корабле. Кажется, эта работа тебя слегка вымотала. Да, наверное.
Когда Цера нанимала меня на это задание, я не очень-то понимал, во что ввязываюсь. Да, но она не рассказывает всех деталей. Я не спрашивал, даже не хотел знать. Это был мой принцип. Меньше знаешь, крепче спишь. По крайней мере, мне так казалось. Кое-что все же полезно знать. Это нормально, все образуется. Моя прабабка всегда так говорила. Решил отдохнуть от азартных игр? Это будет долгий отдых, Кэл. Мне непросто, но я справлюсь. Я подверг всех нас опасности, понимаю. Я этого не отрицаю, но проблемы тут не только у меня. Пожалуй. Я переживал такие трудности и раньше. Ну, не совсем такие. Без силы или миссии по спасению галактики. Но в моей прежней команде на Латероне были разногласия по поводу Империи и нашей Родины. Как бы то ни было, мы всегда выручали друг друга. А где они сейчас? Ах, они не спаслись. А впрочем, речь не об этом. Эй, Крис. Ну, откопал какие-нибудь древние сокровища Зефа? Нет, мы здесь не для разорения гробниц. Но я нашел кое-что другое. Венатор Республики, разбившийся в озере. О, Венатор? Их делали на совесть. Такой совсем непросто сбить. Не знаю, из-за чего именно он упал, но на борту точно был джедай со своим падаваном. Джедай? Навевает тяжелые воспоминания. Сколько жизней потеряно. Как Орден мог не замечать такую опасность? Я буду прослушивать имперскую связь отсюда. Сэра. Вижу, ты выдержал шторм. Чего не скажешь о других, пытавшихся здесь приземлиться. Что ты нашел? Разбившийся корабль. Думаю, это Венатор Республики. Мы как бы уже... В этой части галактики? Видимо, его сбили во время войн клонов. Полагаю, на борту был джедай со своим падаваном. И? Я не обыскивал весь корабль, но не похоже, чтобы были выжившие. Это тяжело слышать. Как бы то ни было, такой корабль с нашими... Мы знаем, что Империя здесь. Какую бы информацию ты ни перехватила, наша миссия не изменится. Мы все равно должны подготовиться, Кэл. Я знаю, что там, а ты нет. Я уже сталкивался с ними. Я справлюсь. Я найду Галакрон. Трилла будет следить. Значит, сначала займемся ей. Я думала, Грис поставил под удар миссию своими ставками. Но я совершила ту же ошибку. Есть что новое? Нужно быть начеку. Имперские штурмовики все еще на Зефа. Меня больше беспокоит вторая сестра, чем штурмовики. Скажу честно, я согласна с тобой. Уже в юности Трилла была очень умна. По крайней мере, мне так казалось. Ты ее, наверное, многому научила. Когда я была искателем, я летала с планеты на планету по всей галактике в поисках джедаев. Видела много удивительных мест, встречала странных людей. Ха, и обрела знания, которые потом передала Трилле. Похоже, она идеальный инквизитор. К сожалению, да. Император дал ей эту миссию не просто так. Не сейчас, Кэл. Не отвлекай. Я что подумал, короче, что если мы встретили убежище отшельника, другую модель этого охотника, то есть, по-любому, мы случайно его встретили в пещере. То есть, мы где-то на какой-то планете должны были бы встретить этого дроида, который нас бы поймал и отвез на такой, как бы я бы сказал, сайд-квест. Сайд-квест к этим, к... Ну, на Орде и Эрис, где мы на арене сражались. Че, попробовать его взломать ради прикола, посмотреть, что как. Ну, блин, просто... Живее! Сюда, кто-нибудь! Ой, блин, я не увидел, что он захватит. Да, блин, а что такое, алло? Иди! Че? Уклоняйся сколько угодно, я не отступлю. Я понял. Ау. Атакуем его, быстро! Сопротивление не планировалось. Все, дроид. Сканеры отказывают. Да, ну он... Ну как бы слишком долго. Я, наверное, зря, да, я убил? Хотя нет, слушай, за него опыт дали. Ну, как бы, потому что он на нашей стороне.
Я уже вижу отсюда какую-то, блин, дверь. А, это дверь, которая ведет в гробницу. Слава богу, так нам туда не надо. Ну что, давай рванем до Винатора. Я как бы круг делать... Но я... После Богана я уже думаю, что если мы даже пойдем тем же маршрутом, как мы первый раз на Зефа прилетели, мы найдем что-то интересное. Но это очень длинный маршрут. Зефа не Богана, оно здоровое. Венатор. Венатор, блин. Ладно, пойдем к Венатору. Ну, по крайней мере, в озеро нырнем точно. Опять сражаюсь без прицеливания, как бы... Это несложно. Ну, опыт, кстати, неплохо капает. Мало, но, блин, за крыс. За крыс нормально. А, так, я подзапамятовал. Как нам к Винатору попасть? Нам надо... Это просто сохраниться. Нам надо съехать вниз. И там на лифте, по-моему, да? Съезжаем вниз. А, и к Винатору лифт ведет. Это, конечно, было подцивилизованнее. Вот это было неплохо, но... Тоже неплохо. Блин! Я очень рано нажал. Крысу арестовывает внутри. Да, это было интересно. Мне теперь надо наверх залезть. О, кстати, а здесь же этот... А здесь нету этого? Кстати, как хорошо, что мы их так достаточно быстро выносим. Этот дроид там не стоит, который нас расхерачил? Хотя мы его на арене же забрали, да? Давай посмотрим. Или там опять этот качок? А, этот качок стоит, все, окей. Я этот качок с качком драться не хочу. Так. Вот это я вовремя заморозил. Ну, блин, с ними драться не то, что изи, просто элементарные, ребята. Просто элементарные. Так и чё Гризи нас три раза посылал на Винатор? На Винатор там, собственно, это место перед ним с озером. И в него мы входим, там сразу же этот, попадаем в имперские раскопки. А что в имперских раскопках? В имперских раскопках ничего полезного. Мы там с помощью канатов уже все исследовали и все. Я не могу понять, что, чем у нас... А, подожди, слушай. А вот это что за... Вот, вот, проход мы нашли уже, шикарно. Вот это уже интересно. На самом деле, на ощупь шел, я уже как бы подзабыл, куда тут топать. Так, а это куда? Это к этим, к двум разведчикам, что ли, да, дорога? Интересно, интересно. И чё, мы прям на Винатор попадем? На разрушенный Винатор. Я его Винатором называть не буду, как и кредиты. Как и кредиты называть кредитами. Ну что это? Почему перекладывают английское ударение, блин, на русский манер? Кредиты. Кредиты. Если, блин, по-английски кредитс, это не значит, что, блядь, по-русски кредиты. Кредиты. Ну ладно, это неологизм, я сейчас буду сейчас доказывать, что неологизм и как правильно называть. Так, ну тут, слушай, тут огромное озеро, которое мы можем проэксплорить. О, тут даже растения, это вообще зашибись, то есть все видно сразу. Вот, смотри, там что-то моргает в конце туннеля. Нормально. Нормально. Ну, типа туда залез дроид. О, стихийный элемент, окей. Окей, еще одна бесполезная. Я буду каждый раз говорить, что бесполезная херня. О, слушай, смотри. Истребитель. Что-то я модель-то даже не знаю. Это не джедайская, это реально истребитель республики. Типа Донабу, который... Или
на основе нового. Но нового отсканить не может, жалко, я бы посмотрел, почитал бы, что это такое. Так, давай, где-то слева тут еще ящик был. Подожди, прям где-то вот здесь был. А, вот, наверное, вот тут сейчас. Вот, внутри этой аренки. А, о-о-о. Да-да-да-да-да. Материал Bunch of Yord. Наверное, прикольно. Тут тоже да что-то должно быть. Слушай, какое-то тайное место, смотри. Слушай, сразу три ящика. Три ящика, как минимум. Потому что еще может что-то быть. Давай-ка посмотрим. Ну, Дима Гранжио. Ух ты, камуфляжный бедит. Неплохо. Но он на самом деле не такой... у него не такая натура, какая раскраска. О, тут глубоко можно нырнуть. Так. Ё-моё. Ё-моё, сколько тут всего. Это что за сталактит? Очень странно, торчащий сталактит. Или сталагнит, да? Сталагнит же. Так, четвертый ящик. Ну ты смотри, а как нырнули. Я не думаю, что нас Гризи посылал ради, блин, четырех раскрасок сюда. Там, скорее всего, какой-то апгрейд будет. Вот этот от апгрейд бы. Материал полированный бронзием. Окей. Так. Все чисто. Блин, под водой, по-моему, даже ярче, чем наверху, на поверхности. Так, 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 так. Тут ничего нету. Так, давай налево. Да-да-да-да-да. Буль-буль-буль-буль-буль. Блин, почувствуй себя русалкой. Что-то тоже должно быть. О, слышу, там дроидов на поверхности. Ой, как тут темно, твою мать. Ничего не видно. Вот, видно только светящийся этот, да. Пятый ящик. Делайте ставки, господа. Найдем ли мы еще один? Мне кажется, еще один будет. Не могу понять, где мы... Получи новый эмиттер. Ну, зашибись. Надо всплыть, посмотреть, где мы находимся. Я ничего не понимаю. А, это место с баранами, да? Окей. Окей, окей. Давай, 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 выплывай отсюда. Ни хрена не видно. Так, вот эта левая часть озера я еще здесь не исследовал. Так, опять пещера. Это не та же самая? По-моему, это та же самая, не? По-моему, это та же самая, не? Подожди, как я сюда заплыл-то? Два входа, что ли? Там в любом случае ничего не было подсвечено, поэтому пофиг. Так. Вот шестой. Шикарно. Как шикарно. Мы сразу быстренько закрываем все эти... процент исследования. А, стихийный элемент, понятно, короче. Можно собереть себе новый меч. Блин, было бы прикольно, я не знаю, если бы они сделали, типа, вот это меч того-то, там, меч там. Ну, конечно, глупо было бы находить куски меча, допустим, там, Йоды или еще кого-то. Вот, ну как-то, ну я не знаю, ну какие-то просто левые мечи, ну они никакие. И неприятные ни внешне, ни внутренне. Дали бы им там быстрее атаку, быстрее, больше силы. Так, в Крайзисе, блин. Ты можешь отсюда? Нет, не может. Ладно. Полезли наверх. Не знаю, я не знаю, что там за проход. Типа, как мы прям в двигатель пойдем сейчас. Вроде бы. Судя по карте. Хотя тут как бы мы и так в двигателе мы шли в левый, да? Да, но мы пойдем вот в этот двигатель теперь. Тут звуки какие-то темной стороны. Силы, я забыл про вас. Ах ты, блядь! Крыса! Не вовремя, я бошку почесал, блин.
Я просто задумался о его этот... А, мы, по-моему, тот корабль, этот, вот тот истребитель изучали. Я задумался насчет схватить его этим силой, блин, быстрее, чем вот там, блин, отбивать его выстрелы. Здорово, давай. Да ладно, я отразил нормально. Давай, лети ко мне и лети вниз, все, молодец. Могу там упасть на барана для приличия. Вот, а я туда же не мог допрыгнуть, точняк, потому что не было даблджампа. Теперь у нас есть прыжок джедая. И что здесь? Там темно и страшно. У-ху-ху-ху. У-ху-ху-ху. Аккуратненько. Что, блин, теперь тут еще и платформинг с элементами. Да, вот так, вот так, вот так. Вот так, нормально, нормально. А, это тут... Я силой оттолкнул. Йо, мы дров, ребят. А чё они не стреляют? Вау. Разбившийся Венатор. Блядь, скоро начну его Венатором называть, потому что... Потому что, блядь, гребаная локализация. Опачки. Чё, о, истребитель сканируешь? Ой, там пилот есть. АИР-170. Наконец-то мы нашли. Агрессивный звездный истребитель-разведчик АИР-170 использовался Галактической Республикой во время войн клонов. Производился совместно корпорацией Инком и Самбара. Продолжал использоваться и в эпоху Галактической Империи, но все же был вытеснен более новыми сидами. Ну, я бы не сказал, что это клоны, это уже имперцы. Под конец клон-война там уже были люди в армии обычно набирались. А во времена империи так и вообще... О, кстати, смотри, капитан. Я не помню звание, лейтенант, по-моему. Мы его... А мы вообще можем их толкать? Мне просто интересно. Да, можно, хорошо. Хорошо. Подожди, я хочу там еще посмотреть, что есть на этом. Что на этой стороне есть на поверхности. Под водой это понятно. А, тут... А, нет, тут можно поплавать. Так. Нигде вылезти нельзя, просто там ящик какой-нибудь собрать или еще что-то. Не, ничего. Мы сразу спрыгнули. То я сразу что-то на дно нырнул по привычке, типа, посмотреть. Хорошо, ну давай дальше тогда. Давай чуть выше. Посмотрим, что есть. Там уже, видишь, ангар с латами лежит. Я не знаю, как LAAT, блин, как его, правильно-то его так называть, а... Так, а тут ничего больше нету. Это просто свет. Окей. Так, там ничего нету, Ну тут мало, вряд ли, конечно. А вот что-то светится, смотри. Это на поверхности, сейчас залезем туда. Давай. Я и так ему, блин, шифтом прожимаю постоянно. Давай. Плывай. А, медитация. Да залазит уже, блин, давай. Медитация. Окей, значит, тут что-то будет опасное. Возможно, будет босс-файт. Отдохнуть. Че, пачка у нас? Одно очко, там за одно очко ничего не следуешь, поэтому пока ладно. А че, бросок меча попробовать? Мне кажется, он будет прикольный. Посмотрим, блин. На самом деле, я же говорю, пассивки пока более важные. Крыса. А, не одна крыса. Не знаю, как я так красиво двоих разобрал, но прикольно. Ага, еще. Давайте еще что. Так, я вижу проход налево, вижу проход направо. Давай налево, наверное, выход. А давай карту, почему мы так давно карту не смотрели? Мы закатились. Венутарь Венатор. Да посмотри, как он здоровый. Это все Венатор.
Мы внутри вообще абсолютно ничего не исследовано. Есть проход сюда, есть проход сюда. Давайте тогда, раз нас здесь не сказано, что здесь проход, мы сюда залезем. Окей, здесь тайничок. Давай посмотрим, что здесь в генераторе произошло. Падаван пережил крушение. Он искал своего учителя и клона командира. Он не знал про предательство. Падаван. Этот корабль разбился давным-давно, но был выживший. Тот, кто понимал силу. Скорее всего, падаван. Он был ранен. Печалька. Ну вот мы сейчас еще и историю джедаев узнаем. Нам, конечно, это мало что даст, в принципе, для общего развития. Только если... Здорово. Да ладно, там еще, смотри, там эти... Как они... Стенки, блокираторы пространства, которые вакуум изолируют рабочие. Жесть. Ну, сквозь них истребители проходят, и... но они вакуум не пропускают. Не хочу на него силу тратить. Красота, красота. Да, посмотрим. Я прожил на таком корабле годы. Он стал моим домом. Мы разбирали их на браке. Каждый раз я словно тревожил останки той жизни. Спасибо. А что он сканить тут мог? Не скучаешь там, види? Там была кнопка сканировать, вроде бы, мне или мне показалось. Но мы-то разведчиков уже отсканили. Чё тут еще сканить? Ай, куда мы ползем, интересно? Да ладно. Там еще и охотник. А вы-то тут что делаете, блин? Алло. Алло. У меня тут противник. Это жесткий парень. Беги, беги. Я к его скорости никогда не привыкну. Он слишком быстро... Ай. И сильный удар. А сильного удара нету. Ладно. А вот этого... О, слушай. А, ну я почти пробил его. Смотри. Ай. Ща. Да блин, ну чуть-чуть. Ну. Так. Да. Покусал, так покусал немножко. Он, по-моему, самый опасный из всех штурмовиков. Я не знаю, насчет парня с посохом, он просто хорошо удар держит. А этот самый, блин, резкий, как разведчик, блин, бьет очень быстро, его сложно запырить. Так, сколько тут путей, это интересно. Так. А, я хочу так поставить, чтобы ровно. Бам. Ну так, пойдет. Так, что тут? Короткий путь есть. До медитации, правильно? Все, окей. До медитации путь открыт. Так, здесь я могу протопать вперед. Путей много. Налево. Давай я сначала сюда. Здорово. Пока они тупят, мы их быстренько пошинкуем. Чё? Что это? Электроагрегаты. Эти высоковольтные электроагрегаты, каждый из которых мог генерировать до 1 гигатонны энергии, когда-то питали двигатели Винатора. По технике безопасности республики живым существам запрещалось находиться вблизи работающих электрогенераторов. Блин, так долго что-то входит-выходит из этого. Из режима справки. Здорово. Да ладно, ну, слушай. Как ты от этого увернулся, а, блин? Еще и стоя умер. Обманный маневр, понимаешь? Он должен был... Здесь кто-то скрывался от клонов. Его атаковали.
Да, все в порядке. Просто вспомнил кое-что. Джедаи, понятно. Укрытие. Кто-то спрятался в вентиляционной шахте, убегая от тех, кто за ним охотился. Вероятнее всего от клонов. Так, ничего не видно, но... А, вот как раз закрыта дверь, мы с этой стороны ее откроем. Чтобы ты понимал, да, мы сейчас как бы идем по стенке. Туда непонятно, почему электрогенератор... Почему электрогенератор стоит боком. А, они типа... Ну так и должны быть, окей. Окей. Блять, там кто-то бежал. Там еще, кстати, дроид стоит. Да ни хрена, блин, слушай, вообще не осталось. Там дроид еще впереди стоит, блять, этот. Да. Тут я до него дотянулся. А почему ты здесь стоял? Почему я тебя не видел, когда я прыгал по этому подвижку? Что за история? Ладно, ладно. Там стоит этот, блин, контроль, этот синдикатский, блядь, дроид. Вроде бы, да? Блядь, там кто-то... Кто мне там в спину-то стреляет, алло? Еще с ним! Умри! Слушай, ну это... Знаешь что, эти... Я потом прокомментирую. А вы друг друга можете стрелять? Ты не до мира. Я могу, в принципе, отражать их дальние выстрелы. Блин, как ты меня догнал-то? Взять его. Да, не нравится. Лежу за целью. Блять, по спине попал. Ни хрена себе вы творите! На помощь беги! Бля, я хиляться не успеваю, да? Я понял, зачем там сохранение. Круто, круто. А они сейчас исчезнут, да, или нет? Или не исчезнут? Подожди. Не, два меча не хочу. Хотя, кстати... Не хочу два меча, они слабее дамажат. Нет. Хотя он быстрее, блин, а тут как раз качки. Так. Я не хочу, чтобы они исчезли, я хочу их победить и просканить. Эти контрабандисты и синдикатские ребята выглядят, как будто из ДЛЦ их завезли. Можешь дать как-то разряд? Они, блин, что они здесь делают на винаторе, блин, объясните, или как? Этого я готов... Забавно. А, окей. Красная кинди теперь. Они каждый раз разные, слышь. Ты меня подловил. Ну да, я слышу. Они каждый раз меняются почему-то. Эй, пока я одного, блядь, орудую, они меня... Мне второй орудует, блин. Как ты это делаешь, блин, я ж... Да все из-за того, что он, блядь, этот, поворачивает, блин, на разгоне, блин, гребаный дрифтер, я так заворачиваю, он 90 градусов спокойно может поворачивать, на такой-то скорости. Так, сила, да, может медитацию забахаем, я имею в виду прокачку, а, у меня же забрали, да? А, у меня 2 очка все равно осталось. По-моему, бросок меча, давай позырим, что за бросок, где? Ну, конечно, он 3 стоит. Что, есть что полезное? Да, хорошо. Не, хочу, наверное, открыть все-таки бросок меча. Сбивать с ног цели крупных размеров. Хорошо, ладно. Тогда мы сейчас, в принципе, если мы их заберем, нам дадут 3 очко и бросок.
Просто думаю, какую... Как... А, что такое, блин? Я уже просто думаю, какую силу потратить на них, чтобы... Ой, чтобы с ними удобнее драться. Кроме замедления ничего не вижу. Надо их постоянно массово замедлять. Молодец, Биди. Блин, это самый изящный штурмовик охотник. Ну нет, ну почему они исчезли? Блять, там еще хуй. Зараза, вот зараза. Я не могу понять логику. Я не ту силу заюзал. Я расстроен. Мы, конечно, проэксплорим дальше. Да ёп. Нужна помощь. А, да, я же забыл, что они атакуют и своих тоже. Куда ты пошел? А че, и вот эта штука не бьет. Блин, они исчезли, вот гады, а? Ну, появятся. Блин, придется, конечно, с планеты улетать и прилетать, чтобы с ними разобраться. Не хотелось бы, ну ладно. Помощь будет, кстати, беги. Тик. Не, ну, привыкнуть к ним можно, они такие прям сильные, но из-за того, что они работают в дуэте, у них разные способности, ну, приходится как бы уворачиваться от обоих, что довольно проблемно. Но это хорошо, можно будет отсканить это, значит, еще мы встретим обычного этого охотника. А кто третий, интересно, у синдиката? Что-то я не помню. Охотники? Охотники разные, не, у меня они одинаковые. Так, эссенция. Короткий путь. Ё-моё. Фига себе, короткий путь, нормально. Так. А что, штурмовики не видят? А туда, отсюда можно запрыгнуть или нет? Там кто-то есть, нет? Вот туда я могу отсюда запрыгнуть, да? Других путей просто не вижу. Если мы туда не запрыгиваем, то мы запрыгиваем прямо на голову к штурмовику-охотнику. И... Нам же дали силу или нет, я не помню. Вот, увеличен максимальный запас сил. Учитель, что с ними случилось? Марсев. Я не знаю, пришло сообщение... У вас кровь. Да, эти выполнения приказа 66. Генерал-джедай, командир Винатора, нашла своего падавана. Дезориентированные и смертельно раненые, они сражались с клонами, которые когда-то были их друзьями. Печалька. Я, типа, блядь, не люблю этот приказ. Очень он... Порешил много лора. О, вселенной. Ладно, я не знаю, сколько топать еще. Надо как-то... О, дотянулся, слушай, смотри. Сколько Винатор здоровый. Ладно, раз не помогает сила, поможет меч. Прикольная озвучка. Давай еще раз. Не знаю, почему снаряд взорвался. Я не понял. Так, что у нас по маршрутам? Ну, мы идем в единственный пока верный путь. Я же не мог оттуда запрыгнуть или мог? Вау.
Вопрос, как бы, зачем мы сюда лезем? Там в конце должно быть какой-то апгрейд очень крутой или что-то такое. Если мы здесь ради раскраски туда лезем, то это писец. Это просто печаль, беда. Вон еще один охотник, да ладно, блин. Это больше охотников, блин, богу охотников. Меня еще 3 раза... Да, и в итоге меня откинули в эту штуку. Он мой. А что за миллион не сработал? Не, он слишком быстро для нас. Блин, 2 раза почему удар не прошел? Алло. И хорошо, они только мешали. И добивающий? А, не добивающий. Покажи, что ты умеешь. Профессионально разбираем уже охотников. Это хорошая инфа. Это следы светового меча. Фига себе, блин, это что за световой меч? Это такой здоровый. Угу. Неужели мы найдем остатки какого-то джедая? Это было бы интересно. Ну я на живого не рассчитываю, конечно. Так, это где мы? Это где мы пробирались, проезжали. Та-та-та-та-та. А, я, по-моему, прополз, нет? А, не, вот. Я все еще гадаю, как так получилось. Не упустил ли я какие-то знаки? Кого, клонов? Да, я их ненавидел. До сих пор не понимаю, что случилось. Но я точно знаю, они были пешками, так же, как мы. Ну так... А чё их ненавидеть-то? У них чип в башке был. Так, опять медитация. Зачем? Опять контрабандисты? Так, отдохнуть. Я думаю просто, блин, мы на таком пути. Ладно, давай еще чуть-чуть пройдем вперед. Насколько далеко. Просто серия уже и так подзатянулась. Но интересно же, что там дальше. Ну, видно, это реально здорово. Плащ. Учитель! Марсеф, ты должен идти. Они все еще ищут тебя. Я вас не оставлю. Воссоединение. Здесь преклонила колени мастер-джедай. Она не могла двигаться дальше. Множество кровоточащих ран, которые она получила, защищая своего раненого падавана, ослабили ее. Мастер призывал мальчика бежать, но он отказался покинуть ее. А плащ-то типа он как Оби-Ван, она рассыпалась. Головоломка, да ладно. Ну, вот так надо, да. Пока ничего сложного. Тут... Вот, нет, да. Не-не-не-не-не, я не туда толкнул ее. Так, ну, допустим. Допустим, мы залезли наверх. А, и что мне с ним сделать? И что мне с ними сделать? Притянуть его нельзя, оттолкнуть тоже. Тут... Неожиданно и чё? Ой, там кто-то орёт, ты слышишь? Там кто-то орёт. А что дальше? Ну я эту штуку опустил. Не могу понять, зачем. Так еще музыка такая, конечно, интригующая. Да подожди. Нам нужно на ту сторону. Я не успел ничего нажать. Но при этом питание должно подаваться. Такая себе подсказка. Подожди, что здесь такое?
тихо, не надо падать. Так, ну мы опустили эти... А, по ним можно бежать, да? Да, наверное. Ну давай еще раз питание подай. Так, ладно. Типа я залазю. Типа я... И чё, и куда я бегу, блин? А, я могу пробежать и запрыгнуть. Нам нужно на ту сторону. Но при этом питание должно подаваться. А. И чё, я могу типа... Ну, я по левой стороне не могу убежать. Подожди, 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 подожди. Нет, ты... Вот эти штуки, зачем вообще вот эти штуки трогали? Пойдем, беги. Я теперь могу по ним пробежать туда. Зачем? Я добежал. Я встал. И отсюда туда я не допрыгну. Они наверх, я не знаю. Да нет, не беги, не беги, не беги, не беги. Может сюда ящик притолкнуть, а зачем? Наверх я не залезу. Какая-то странная головоломка. Ну вот, он приехал сюда. И чё, я могу по этой стенке один раз пробежаться? И что? Вот оно проехало, и что? Беди. Ну фиг знает где, я до него не достаю, никак туда не... Провожу глубокий матанализ этой ситуации, и он никак не сходится. А, подожди, там свет. Если сдвинуть лифт, он минует панель. Надо просто выбрать момент. Если сдвинуть лифт... Нам нужно на ту сторону. Но при этом питание должно подаваться. Питание есть. Так оно не ездит, что ты от меня хочешь, алло? Если вот эта штука ушла, я бы мог туда перепрыгнуть, но я не могу туда перепрыгнуть. Ну это дичка. Не, это херня. Если сдвинуть лифт, он минует панель. Если сдвинуть лифт, он минует... Надо просто выбрать момент. Какой момент? Алло, о чем? Тут подсказки дают еще больше проблем, чем если бы их не было. Если сдвинуть лифт, он минует панель. И что это мне даст? Что-то меняется, я просто не вижу. Ты подал питание. Нам нужно на ту сторону. Но при этом питание должно подаваться. Если сдвинуть лифт, он минует панель. Если сдвинуть лифт, он минует панель. Если сдвинуть лифт, он минует панель. Надо просто выбрать момент. Блять, этот ящик нельзя туда столкнуть. Почему он ездит влево-вправо? А я что, могу до туда допрыгнуть? Подожди. Давай. Пойдем. Нам нужно на Нам нужно до 100. Гениально, и чё? Но при этом питание должно подаваться. Короче, ладно, я подумал над этой головоломкой на досуге, пока все-таки остановимся, уже очень много времени, плейлист полного прохождения джедаи, звездные войны, павший орден, внизу по ссылке в описании ты найдешь, подписывайся на канал, подписывайся на паблике, ставь лайки, комментируй, обязательно заскакивай на сайт gamesister.ru, там много прохождений, много интересной информации, играй в отличные игры, люби играть с играми, да прибудет с тобой сила.